Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня, как видите, ночь, продолжаем снимать. Буду взрывать сегодня вот такую пиротехнику. Смотрите, сколько всего есть. Также вот еще здесь. Кто не видел предыдущую серию, обязательно советую посмотреть. Короче, петард очень много. Так что давайте, ребята, не будем говорить. Давайте начинать. Так, возьмем вот таких жуков. Сейчас затестить. Также постреляем какими-то римскими свечами. Вот, например, есть римская свеча Joker Fireworks. Так, давайте здесь тоже что-то возьмем. Интересное. Так, есть пулеметная лента. Так, давненько их не взрывал. Вот такая пулеметка. 100 выстрелов. Так, ребята, в прошлой серии здесь стреляли вот такую римку. С нее запускали различные ракеты, так что советую посмотреть. Так, смотрите, вот так жука установим сейчас. Во, первый жук пошел. Класс, ребята, жуки взрываются хорошо. Так, давайте один здесь. Супер. Так, пулеметная лента. Давайте вот здесь забахаем. Круто, да, взрывалась. Так, есть римская свеча Joker Fireworks. Класс. Все, по-моему, достреляю, ребята. Вот еще там догорает фитиль через всю длину римки. Так, ребята, кто считал, напишите, сколько в этой римке было выстрелов. Так, ребятки, идем дальше выбирать, что еще будем тестить. Так, смотрим, какие петарды не взрывали в прошлой серии. Так, вот эти можно повзрывать, смотрите. Так, это мы еще не тестили. Так, в этой серии давайте затестим какой-то фонтан. Короче, фонтан будет вот такой яскравый. Давно фонтаны не тестил, так что будем сейчас все экспериментировать. Так, давайте его вот здесь где-то установим. Надеюсь, ребятки, не упадет. Не знаю. Так, или тут. Проблема в том, что сложно установить. Ну, упадет так упадет. Что ж, погнали.
Класс, ребята, сработал фонтан. Так, продолжаем взрывать. Так, берем дальше петарды. Так, вот такая P-150. Ух, мощно, ребята, рвануло, аж оглушило. Смотрите, тут с травы дым такой повалил. Лупануло тут конкретно. Так, К03. Жесть, смотрите. Прилетел сюда на пакет. Вот такой маленький кусочек горящий. Так, уголек. Так, P200. Красная. Ух, лупит хорошо. Так, есть у нас К01-36. Топчик. Так. Смотрим. Что еще тут интересного? Короче, есть вот такие флибустьеры. Смотрите. Мячики, кто не тестил, советую протестить. Так, берем. И еще вижу, крекенбол есть. Так, мячик. Сейчас буду бросать. Хорошо пошел. Так, крекенбол. Так, предлагаю затестить вот такой самолет. Смотрите. Вот здесь, думаю, стартанет. Надеюсь, стартанет хорошо. Есть. Так, давайте еще что-то взрывать. Так, смотрим, что у нас тут из петард есть. Так, К-999 напоследок оставим. Мощный взрыв. Давайте затестим. Может быть, розочки. Вот так. Также пишите, какая пиротехника вам нравится, какую хотите видеть на моем канале чаще. Вообще, какие видео из тех, что я выпускаю, вам больше всех нравится, пишите. Все, взрыва не будет. Ну ладно, давайте мышку. На очереди роза. Ничего себе, роза мощная. Так. Что же, ребята, давайте напоследок бахнем вот такой К-999. Так.
Давайте установим вот здесь. Вот это, ребята, взрывон. Такое эхо было жесткое. Вообще просто топ петарда. Для ночи вообще улет. Советую покупать. В принципе, денег своих стоит. Что ж, ребята, смотрите, сколько еще здесь притехники осталось. Обязательно продолжим в следующей серии. Чтобы не пропустить, подпишитесь на канал. Кто еще не подписан, кто впервые на канале, тоже подписывайтесь. Выпускаю интересные ролики с пиротехникой. Также, ребята, у меня есть второй канал. На него советую также подписаться. Ссылка будет здесь, а также внизу в описании. Переходите по ссылочкам в описании на второй канал. Там также выходят крутейшие ролики с пиротехникой, которые вы просто обязаны заценить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, видео вам понравилось, комментируйте, предлагайте, чтобы еще такого затестить. Смотрите, здесь 4 ролика, они тоже интересные, может быть, вы их еще не видели. С вами был TNT Fox, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч!